За квартиру, землю и автомобиль. Сегодня горожане смогли оплатить налоги, не отвлекаясь от своих дел. Общественная приемная развернулась на площади Революции и в первые же минуты собрала очереди в десятки ответственных налогоплательщиков. Ну, я думаю, что это очень удобно. Есть возможность сделать сверку, как бы не посещая налоговую, не стоя в очереди. Узнать задолженность, распечатать уведомление и оплатить налог в ближайшем отделении банка. Все быстро и в одном месте. Основная задача организаторов – информирование горожан об изменении сроков уплаты своих обязательств. В этом году законодатель перенес срок на 1 октября. Если раньше мы уплачивали эти налоги 1 ноября, то теперь на один месяц срок сократился. И мы, понимая то, что не все уведомлены об том, когда своевременно необходимо заплатить налоги на квартиру, на автомобиль, либо земельный налог, в целях того, чтобы этот устранить пробел, мы проводим это мероприятие. В настоящий момент на учете в налоговых органах Бурятии состоит более 200 тысяч автомобилистов, 259 тысяч землевладельцев и 358 тысяч собственников жилья. Всего в этом году налогоплательщикам предстоит заплатить почти в полтора раза больше имущественных налогов, чем в прошлом. Это свыше 700 миллионов рублей. Большой прирост обусловлен увеличением количества налогоплательщиков, объектов налогообложения и налоговой базы. Работу под открытым небом налоговики проводят ежегодно с 2013-го. Один такой день позволяет обслужить почти 1000 граждан. Елена Темникова, Евгений Жамцуев, Новости дня.